честно вам должен доложить, друзья мои, что совершенно не предполагал, что удастся на открытии снять видео, потому что здесь была такая чудовищная толпа, в которой невозможно было не то что смотреть, шевелиться, да и, в общем-то, и слышать себя тоже было затруднительно. Но вдруг вся эта толпа куда-то внезапно исчезла, и в залах осталось совершенно мало народу. Так что вот сейчас мы имеем с вами возможность посмотреть, по крайней мере, как устроена здесь развеска, для того, чтобы вы могли ориентироваться, когда вы уже сюда попадете без меня. Значит, это вот такой вот зал, куда вы попадаете прямо с лестницы, с парадной музея. В нем размещены разные важные бахтовские декорации и какие-то вещи, которых многие из нас, наверное, никогда в жизни в глаза свои не видели. Потому что вот этот вот, например, фрагмент Элизиума, он, допустим, как может быть как-то нам знаком, да, но вот он целиком. Да? Но важно понимать, что это фрагмент. А вот сейчас я вам покажу, что тут на самом деле, вернее, не покажу, а обозначу. Потому что на самом деле этот Элизиум — это занавес, в 1906 году написанный Бахтом занавес для театра имени Веры Федоровны Комиссаржевской. Вот этот занавес, вот он целиком, да, он кончается. Вы понимаете, что я его в кадр при очень большом желании взять не могу. То есть вот могу вот так вот по квадратикам. Зато можно, то есть вы понимаете, что он, конечно, хранится в Государственном русском музее в Санкт-Петербурге, но в этом самом музее там более или менее нет помещения, где этот занавес можно было бы развернуть ни в ширину, ни в высоту. А даже если бы там такие помещения и были, то русскому музею есть в этой жизни что выставлять, кроме занавесов из театра Комиссаржевской. Поэтому единственное место, где такую вещь можно было бы посмотреть, наверное, это запасники. И вот тут мы совершенно видим его живьем. И это не человеческого размера конструкция, которую я попробую, конечно, показать более или менее целиком, но для этого мне надо будет отойти, а тут довольно-таки в шахматном порядке прием устроен Wi-Fi. Вот есть здесь просто непосредственно костюмы такие бахтовские, надетые на манекены из балетов, в основном вот это вот Чайковского, это самая принцесса, там у нас балет Тамара, наоборот. И вот в том углу, где очень плохой прием Wi-Fi, там «Синий бог», балет парижский, к которому и костюмы, и фантазия на тему этого синего бога. Ну, просто так, чисто по расстановке сигнала в этом зале подойти близко к синему богу мы не можем, но зато мы можем смотреть Тамару. Вот Тамара, вот она, такие костюмы Тамарины, и смотреть на 1908 года картину под названием «Древний ужас». Вот она, видите, с этого ракурса она влезает целиком к нам, но при этом и эта полоса — это не отражение. Она без стекла. Эти полосы — это молнии. Потому что тут, видите, с левой стороны у нас тонет у нас, видимо, Атлантида. Или происходит какое-то другое стихийное бедствие ужасное. То есть видите, что зумиться на эту картину мы можем
можем долго и с удовольствием. Но другой вопрос, что как бы удивить кого-то этой картиной трудно, потому что она входит в постоянную экспозицию Государственного русского музея. В отличие от занавеса, который входит исключительно в его запасник. Да, вот отсюда давайте посмотрим на этот занавес. Вот он, видите? Вот. Вот он целиком. То есть он вот от пола ровно и до потолка в этом зале Пушкинского музея. Ну, дальше мы пойдем на галерею, я вам обозначу примерно, как расставлено все. Как расставлено все на галерее в том дальнем нас зале. Там такая история. Здесь по... Да, ну вот видите, вот и без сигнала мы сразу. Вот оно и случилось. Значит, вот с левой стороны и с правой стороны у нас тут эскизы театральные, а ищем, друзья мои, ищем связь, не находим связи. Увы. Увы. Привет. Ну, вот я не знаю даже, что вы из этого сейчас видите и что вы из этого слышите. Ну вот, например, портрет Дягилева с няней. Вот этот вот портрет Бенуа, старшего товарища нашего героя, который пережил его на хороших 36, что ли, лет. Это портрет жены Бенуа, которую как только не ругали за ее декадентную позу и общую неблагопристойность. Вот. Автопортрет художника в 40 лет. А вот это у нас Андрей Белый. Вот такой вот в 1906 году. Кадр. Вот еще один портрет. Тут художнику 27 лет. Возвращаемся мы по другой галерее, по которой мы сейчас пришли. О, и тут вдруг появляется у нас связь. А здесь как раз оформленные Бакстом ткани, образцы его рисунков ткани. Нет, связь на секунду только. Вот. Репортаж в телескопе? Нет, в Фейсбуке, но
К сожалению, со связью тут очень полосато. Перископ был бы лучше. Связь, кстати, хорошая. Нет, вы это не надо, я же на мегафоне сижу, я же не знаю. Мегафон стал что-то срываться. Мегафон, как это, беда абсолютно. А посмотрите, какие мегафоны. Ну, вот видите, какая у нас катастрофа со связью. То есть, конечно, надо было бы... Такой ситуации надо было бы, конечно же, снимать видео, а потом отдельно выкладывать. Но, сколько... Основная наша задача была выполнена еще до того, как пропала связь. То есть про выставку я вам рассказал, планировочку ее показал. Так что на этом, я думаю, сейчас мы дойдем до нормального сигнала вот в этой точке, где он совсем недавно еще был. И на этом мы с вами попрощаемся. А там уж дальше я выложу то, что успеет сохраниться на диск. Выложу и посмотрим, многое ли уцелело. Спасибо всем, кто смотрел, если вы меня, конечно, слышите. Доброго вам вечера.